Привет, привет, Даша, привет. Так, ну что, немножко я, как всегда, опаздываю. Привет, привет, привет. Короче, проблема у меня с зарядкой, с телефоном задолбала меня эта зарядка. Отключается, постоянно плохо заряжается. Шапочка идет, да, Рождество. Всех, кстати, с Рождеством. В принципе, можно вот такую тему сегодня сделать. Как всегда, не успеваю поесть. Буду кушать с вами. Всем привет. С праздником. Да, вас всех тоже с праздником, с Рождеством. Давайте рассказывать, кто как отметил. Дома, не дома. Может, куда-то ездили. Или вы вообще Рождество не отмечаете, только Новый год. Я считаю, что Рождество важнее, чем Новый год. Новый год это как бы такая не совсем серьезный праздник. Привет, привет, привет. Марина, привет. Не то кушаешь, хлеб с маслом нужно. Но надо будет как-то у тебя взять пару консультаций по поводу диеты. А нужно в каком плане? Чтобы похудеть или чтобы набрать? С праздником, милый, дома с родственниками и глинтвейном. Ну, отлично. Короче, как Новый год, так и Рождество встретила. Привет, милый. Привет, привет. А, это Степ такой. Чтобы вкуснее было. Не знаю, в чем вкус. Масло. На батон. Ну, когда-то раньше понимал, сейчас нет. Сейчас не могу ни жирное мясо есть, ни масло кусками там. Да, даже в кашу, не знаю, иногда бывает для вкуса закину в кашу. Но это будет маленький кусочек там на всю кастрюлю. Так, ну привет, кто с кем еще не поздоровался. Привет, привет. Что-то так мало людей, прям на расхват. Конечно, на расхват, блин. Целых 9 человек. Так, ну что, ну пишите, вы отмечаете этот новый Рождество или нет, или вам Нового года хватило, или вы с Нового года до Рождества еще в процессе. Вот. Я, короче, уже напраздновался, все, надо входить, как всегда, в режим, когда же я в него войду-то. В принципе, да, диета и правильное питание превыше всего, я не отмечаю, ну вот. А я считаю, что Новый год не такой важный праздник, как Рождество. Мало людей, потому что с девушкой своей вчера был, Ольга пишет. И смеется. Дима, здорово. Так, Димон, тебя тоже с Рождеством, если не поздравлял. Кстати, вот реклама зала «Адреналин» случайно попалась. Так, в зале, где я работаю, влияет ли диета на ПП грудное вскармливание? Не понял. Влияет ли диета... А, и правильное питание на грудное вскармливание. Вскармливание. Правильное питание, на что оно может влиять? Оно может только положительно на все влиять. Потому что правильное питание – это сбалансированное питание. Диета, если ты хочешь похудеть, особенно если в короткие сроки, естественно, это уже не совсем правильное питание. Это определенная диета, которая на что-то направлена, на какую-то определенную цель. С Рождеством, спасибо, приветик, привет. А, вот, поэтому правильное питание и при грудном вскармливании, и при беременности и так далее, это правильно. А диета уже смотря какая. Смотря по что она заточена, и ну, надо смотреть уже частный вариант диеты. Татуировки на объем мышц. Димон, влияет. Визуально очень влияет. Влияет ли татуировка? Как убрать ноги? Есть такие проблемы, да, у некоторых, ну, в основном, конечно, низ всегда больше по объему, обычно, хотя бывает и верх, а ноги худые. Есть у меня тоже такие, видела такие примеры, когда ноги худые, в принципе, вообще там нечего худеть, а верх, вот реально, живот, бока, там куча работы. Вот, как убрать ноги? Местно, локально ничего не убирается никогда, поэтому обязательно нужно
сбалансированную диету, дефицит калорий, чтобы вы худели. И, естественно, будут уходить везде, и, соответственно, ноги в том числе. А диета плохое настроение. Диета неправильная. Если ты вообще без углеводов, то, естественно, там и настроение, там и жить не хочется уже. А нужно сделать так, чтобы тебе всего хватало, и ты постоянно кушала, не чувствовала голода, при этом не переедая по калориям, по углеводам. Все это можно сделать. Просто надо это понимать. Диета — это не значит, что ты села на диету, перестала есть и ходишь голодная в полуобморочном состоянии. Аня, привет еще раз. С Рождеством, если не поздравлял. Как ты отметил Рождество? Отметил Рождество вчера. Классно отметил, не дома. Почти в режиме. Немножко пришлось выбиться. Сегодня днем отоспаться. Ну, короче, отметил хорошо, весело. Получилось намного лучше, чем Новый год. Ну, соответственно, я и говорю, что мне Рождество более важный праздник, чем Новый год. Привет, привет. Так, какую тему мы затронем? Кто-нибудь что-то может написать? Никто ничего не пишет. Неактивная совсем. Вот только Даша там постоянно активничает. Так, какую тему? Давайте так решим. Кто из вас тренируется, например? У кого цель похудеть? У кого цель набрать вес? Кого больше вот сейчас, в данный момент? Девушку нашел, вот и хорошо отметил. Девушку нашел. Так, давайте, ладно, такую тему поднимем. Да, вчера Рождество встречал с девушкой. Тема, как заработать деньги тренерством. Так, Аня, это для тебя, что ли, рассказать персонально? Расскажи про девушку на фото. Расскажи про девушку на фото. Так, девушку на фото зовут Марина. Я с ней какое-то время уже знаком. Вот. И у нас, в принципе, я так понимаю, что завязываются отношения. Цель похудеть у Оксаны. По моему опыту, как бы с ней? Что как бы? Чего ты ржешь? Я говорил как бы? Я говорю, Аня, не придирайся, может, ты слова какие-то перекручиваешь. Я не говорил как бы. Короче, ладно, все. Значит, я встречаюсь с девушкой, ее зовут Марина. Я вчера с ней отметил Рождество. Все, классно отметили. Вот Марина пишет. А то я уже собралась приехать. А куда приехать? Говорил. Ладно, хорошо. Говорил как бы, да? Хорошо, это случайно. Все твои поклонницы плачут. Почему? Вот вам вопрос. Вы мне не задаете, буду я вам задавать. Про девушку рассказал. А сразу людей побавилось в эфире. Да, не, ничего не побавилось. И в зале. Хорошо смотрите, спасибо. Красивые, молодцы. Аня, спасибо. Ты тоже ничего. Ты тоже классно смотришься. А, не думаю, что что-то поубавится. Привет, привет. Привет. Кто присоединился? Всех также. С Рождеством. Меня никто не поздравил. А, поздравляли, хорошо. Так. Ну что, с этим разобрались вопросы? Вот давайте решим, определимся с вопросом. Привет. Кто худеет, тот толстеет. Просто я знаю по своему опыту, не знаю, может, ко мне просто именно по такому вопросу начали обращаться. Надо будет скоро объявлять специалистам именно по похудению. Как дела? Дела хорошо, как всегда. Сердечки тебе поставлю, так и быть. Спасибо. Да, сердечки, давай, сердечки. Я тебе еще сейчас пару комплиментов скажу. Шучу, больше ничего не скажу.
Я пытаюсь похудеть. Вот, я почему и говорю. Хорошо, надо такой вопрос задать. Кто сейчас, даже не то, что пытается, хотя бы у кого желание есть набрать вес? Сейчас есть такие люди? Вижу, тут даже пару парней есть. Неожиданно. Хотелось бы как-то побольше. Чтобы активность была у парней, в основном у меня и клиенты. Ну, не одни, есть, конечно, тоже и тренирую парней. У меня скинуть есть желание. Скинуть, понятно, пытаюсь похудеть. Вот, я про что и говорю, что у меня практически, не практически, а все клиенты либо пришли похудеть, неважно, даже это парни или девушки, либо поддержать форму. Все, я просто хочу там, ну, поддерживать свое здоровье, поддерживать форму, ну, может быть, там пресс подкачать и все. Почему-то, на мое удивление, нету, были у меня пару человек, но очень редко, очень почему-то редко встречается именно на персоналках, именно у меня, ну и вообще, как я вижу по залу, нету людей, которые приходят набирать вес, я не знаю почему. То ли потому, что такие люди тренируются сами без тренера, почему-то тоже, не могу понять, может быть, у вас какие-то версии есть. Почему на персоналке не ходят люди, которые хотят набрать вес, массу? Тоже скинуть желание. Или раздевайся. Так, раздевайся и пойдут. И пойдут тогда мне сердечки, да? Лайки, все понятно. Аня, где муж твой? Ну-ка быстренько расскажи. Везет, кто набрать пытается. Не факт, не знаю. У меня всегда желание набрать. С самого детства. Я уже набрал, не знаю, куда деть теперь. Вот, в том-то и дело. А есть люди, которые приходят худеть, есть, которые приходят набирать. Причем они вот в одном зале, и у всех свои проблемы, которые не могут понять друг друга вообще никак. Привет, привет, наверное, сами тренируются. Да, у меня тоже такая мысль, что, скорее всего, почему-то, кто набирает вес, тренируются сами. Не могу понять, правда, почему. На самом деле, что я скажу по своему опыту, худеть намного проще, чем набирать. Естественно, набирать не жир, а набирать мышцы. Неважно, девушка это, парень. Девушка хочет ягодицы подкачать, это тоже набрать мышцы. Увеличить в объеме ягодичные мышцы. Это сложно. Просто скинуть вес, просто сжечь жир, это намного проще. Убрать там лишнюю воду, чтобы отечности не было. Подкожный жир лишний сжечь, это намного проще. Да, это тоже нужно поработать, нужно тоже за диетой следить, но скидывать проще, чем набирать, это 100%. Или просто скинули, а теперь наслаждаются своим телом. Ну, маловероятно. Как разлюбить сладкое? Как пришел в спорт, к спорту? К спорту пришел, блин, я даже не помню, скорее всего, от папы. Спасибо моему папе. Начали, наверное, с каким-то, с восточных единоборств, мне кажется. Я начал с ним ходить, потом немножко на бокс походил. И потом меня затянуло, скорее всего, насмотрелся Шварценеггера и пошел в тренажерный зал. Все, как только пошел в тренажерный зал, больше никакого спорта я никогда не рассматривал. Для себя, кроме как бодибилдинг. Как разлюбить сладкое, как пришел в спорт? Так, как набрать вес? Ну вот, появился человек, который хочет набрать вес. Как набрать вес, это тоже такая же, по той же системе, что и сбросить вес. Только ты должен калорийность увеличить относительно своих расходов энергетических. Вот и все. Тоже надо следить за диетой, тоже нужно тренироваться. Вот, опять же, набрать вес. Многие, как и я поначалу, хотел набрать вес любой, мне было без разницы какой, это еще проще. А если я жареную картошку люблю, что делать, а похудеть хочу? Выбирай, приоритеты ставь. Понравилось на дом 2? Не знаю, как тебе сказать.
Сейчас мне больше нравится. Как сейчас я живу, конечно, мне больше нравится, чем на Дом-2. Дом-2, не знаю, не мое это, не мое место. Так. Как пришел? Как разлюбить сладкое? Думал, какой вопрос был. Сладкое разлюбить? Ну, ты должна, не знаю, наверное, себя полюбить, чтобы разлюбить сладкое. Если ты сладкое любишь больше, чем себя, то так оно и есть. Значит, ты будешь кушать сладкое, и твоя фигура будет тебя не очень радовать. Я так понимаю. Хотя есть многие с таким обменом веществ, особенно молодые люди, девушки и парни. Не все, конечно, но есть, которые реально едят все подряд. Сладкое, не сладкое, Макдональдс, все дела. И выглядит хорошо. Да вообще сухие такие, дохлые. Что как бы реально даже проблема набрать вес. Есть и такие. Но в большинстве, конечно, любишь сладкое, получай залитый пресс. Короче, не увидишь пресс, они будут бока. Ну и у всех по-разному. У кого где откладывается лишний вес. Короче, если ты решаешь, что тебе нужно пресс, тебе нужна талия красивая, тебе нужно что-то подкорректировать, ты хочешь выглядеть конкретно вот так-то, так-то, так-то. Все, ты поставила задачу, если ты этого очень хочешь, неужели просто не есть сладкое? Не есть. Что-то не делать, мне кажется, это проще, чем что-то делать. Вот, как минимум, просто не есть сладкое. Мне кажется, это небольшая проблема. Если ты решаешь, что тебе нужно красивое тело. Как твоя собака? Как моя собака? Ну, хорошо, она не совсем моя. Там, сейчас я живу один, когда я вот жил с сестрой. Это ее собака. Хорошо, все отлично, живет. Правда, старенькая уже, не помню, сколько ей лет, если честно. Но такая уже, для собаки в возрасте. Что-то людей реально мало, очень, очень мало. Слушай, когда их было много? Бедной девушке разбил им сердце. Подскажи, пожалуйста, с чего начать? Да, девушки ушли. Да не знаю, какие девушки ушли. Вот, Даша здесь. Так, подскажи, пожалуйста, с чего начать? Начать нужно с диеты. Это 100%. Ну, лучше все сразу, но потихоньку. Можешь начать с тренировок дома. Потихоньку начать приседать. Потихоньку начать отжиматься даже от дивана, от стула, не знаю. Если можешь, от пола отжимать, хотя бы на коленях. Систематически, я считаю, эти тренировки не тяжелые, их можно и каждый день ежедневно выполнять. Когда у тебя есть время свободное, взяла, 40 минут выделила и потренировалась минимальным отдыхом. Все, немножко отдышалась, сделала приседы, немножко отдышалась, поджималась. Ну, что-то элементарное, вот с чего можно начать. И по диете, начинай следить за питанием, научись понимать, что такое углеводы, что такое белки, что вот ты держишь перед собой, например, ну что, бутерброд, что это такое, это не просто бутерброд. Я сразу на него смотрю, думаю, так, если это бутерброд с рыбой, например, вот хлеб это углевод, я понимаю, там рыба это белок, все, я понимаю, что в принципе вот два кусочка хлеба это не совсем, немного углеводов, если у меня там по углеводам уже перебор, я, например, в течение дня, да, я знаю, что, например, ну, это не страшно. Два кусочка хлеба, в принципе, особенно если я набираю вес, это ничего такого, там, чуть-чуть углевода и, например, кусок рыбы. Все, я знаю, что, в принципе, вот какой-то перекус у меня нормальный, в принципе, нормальная еда, нормальный перекус у меня есть. Белка поел, чуть-чуть углеводов, все. Если я, например, набираю, мне нужно много углеводов, я знаю, что вот так, белка съел, например, приблизительно я представляю, сколько это весит кусочек рыбы, да. Например, там порцию белка свою получил, 20 грамм белка с этого кусочка, и хлеба, ну, это чуть-чуть углеводов, я знаю, что, например, мне углеводов не хватает, я через 2 часа после этой еды, например, куда-то еду по делам, и потом буду дома, я сяду и поем, например, еще каши, это тоже углеводы.
Вот. Ну и просто представляю, вот сколько я углеводов ем, сколько я белков ем. А люди обычно просто смотрят, бутерброд, все, я его съел там. От чего там, как там, даже не задумываются об этом. Хотя это элементарные вопросы, ты должен понимать, что ты ешь. Сахар находится там в составе сахар. Как бы там, как, сколько раз слово фитнес бы там ни писали, это сахар. Это не, к фитнесу не относится. К похудению, в частности. Василиска приветик передает. Даша, давай тоже. Если она смотрит, привет ей. Так, друзья, что-то я забыл, я время засечь, специально часы надел. Не хочу затягивать эфир, и времени мало, и вас сильно не напрягать. Все, короче, кто хотел вопросы, задал. Всех был рад видеть. Новости все, наверное, сказал. Еще раз всех с Рождеством. Хорошего настроения, хорошего вечера. Мотивации, чтобы становиться лучше завтра, чем были сегодня. И всем пока.